Конденсатор означает слово накопление. Состоит из двух отладок, между ними напряжение. Отладки из металла, алюминий и тантал. Серебро ты встретишь, даже будешь знать, если не знал. Диэлектрик разместился меж отладок у него. Сэндвич весь в рулет скрутился, не хватает одного. Алюминиевый корпус мы добавим от души. Оболочку, изолятор, выводы для красоты. При электрических схемах, там где ток течет, конденсатор заряд копит и снова отдает. Он хранит энергию, словно батарея. Зарядить и разрядить, вот его идея. Постоянно емкости обычно элемент. Есть и переменная, но здесь уж есть момент. Емкость здесь зависит от ширины пластин и расстояние между ними, многослойный блин. Параллельно конденсаторы непременно подключи. Просуммируешь фарады, не забудь в системе Си. Последовательно включишь ты этот элемент. Обратные емкости суммируй, получай другой эффект. В электрических схемах, там где ток течет, конденсатор заряд копит и снова отдает. Он хранит энергию, словно батарея. Зарядить и разрядить, вот его идея. Конденсатор в разных схемах защищает от помех. Фильтровать все, что не нужно, позволяет без утех. Одной из оплаток, ведь человек здесь может быть. Сенсорные датчики здесь можно смастерить. При электрических схемах, там где ток течет, конденсатор заряд копит и снова отдает. Он хранит энергию, словно батарея. Зарядить и разрядить, вот его идея.